А есть какой-то вот набор, ну, условно, требований, да, для песни, которая вот победит? Или, опять же, какие-то особенности, да, песни, которая может победить, допустим, в этом году? Я думаю, что очень-очень много шансов у Джамалы, потому что, во-первых, это очень светлый и сильный человек, мне очень нравятся такие люди, а во-вторых, музыка сама за себя говорит, в принципе, поэтому, но касаемо именно формата песни Евровидения, Тренды какие-то, которые существуют.